Не проплачивал? Друзья, сейчас мы сыграем классную песенку. Слушаем. Очень грустная песня. Она победительница новой волны юрнула. Ну, про нее как бы написали. Нет, я хорошо отношусь к этим людям, просто я провожу примеры тех, кого я не считаю объективно. Не потому, что там я там чисто злой, там мне их творчество не нравится. Я объективно не считаю популярными там себя. Я, конечно, не так хорошо умею играть. Но вот то, что я делаю... Я думаю, не каждый так сумеет. Блин, ну то есть мы можем открыть любую статистику вообще там по новостям, количество проданных аудиозаписей по запросам в Яндексе, количество просмотров в Яндексе. Приглашаем. Все. Ну и как бы исходя из этого, я... Я согласен с тем, что здесь... То есть я сейчас не за музыку, я сейчас честно...